так договаривались. Кто спустится по лестнице, тот трус и козел. Давай, Тёп. Следующий. А че я-то? Че, боишься? Давай, давай. Страшно. Не отмазывайся. Смотри, подмышки не отбей. Слышь, Андрюх, может, спустимся? Че, дурак, что? Хочешь, тебя козлом называть? Ты что там зависли-то? Да нет, если случится... Все, тихо. Я прыгаю, ты за мной, понял? Ну чё, подмышки-то не отбил? Нет. Мелкий! Давай, прыгай! Эй! Ну ты чё там? Если ты испугался, спускайся по лестнице, мы тебя ждать не будем. Подожди, он сейчас прыгнет. Просто ему надо собраться. Ваня! Давай, прыгай! Ну чего ты там? Ладно, Андрюх, пошли. Уже поздно, прыгай и спускайся. Ну и черт с тобой. Почему? Если я спущусь, они будут называть меня трусом и козлом. Да, об этом никто не узнает. Ты что? Но ведь ты будешь знать. Ты будешь знать, что я не прыгнул. Что я спустился по лестнице. Да глупости, сынок. Я об этом никому не скажу. А ты прыгнешь в другой раз, когда ты сможешь. Правда? Конечно. Мам, я тут сидел, мне было так страшно. Если бы ты не пришла, я бы умер. Ну что ты, миленький, ну что ты говоришь? Я же здесь, с тобой. Козлами не разговаривают. Что ты сказал? Кто козел? Ты трус и козел. А что, не трус, что ли? Ну-ка, Андрюх, скажи, кто он? Трус. Понял? Ах ты сволочь! Андрюх, дай ему! Ты мне рубашку порвал, козел! Ты мне губу разбил, придурок! Ты мать убила! Ну, догони меня! Давай, давай!
Тихо, тихо оба. Мама! Тихо, я сказала, отец спит. Кто? Кто спит? Отец. Идите в дом. Это он. Точно он.